стороны видно? Ирландию пролетаем. Опять Ирландию. А что ты хотел? Другую землю? А у тебя что? Что-что? Звезды в иллюминаторе. 3 месяца одно и то же. Забодало так, что... Что ж, задолбало. А хочешь, я тебе анекдот расскажу? Нет, не хочу. Про гаишник. Не надо, спасибо, пожалуйста. Гаишник останавливает блондинку. Ну хватит, я же прошу тебя, ну это же невозможно. Ну 3 месяца подряд ты мне рассказываешь этот анекдот. Каждый день, по 3 раза на дню, 3 месяца. Ну тошнит меня уже от этого твоего анекдота. Ну как ты не понимаешь? Ты мне друг, ты понимаешь, но я тебя уже видеть просто не могу. Я твою рожу усатую не могу видеть. Спасибо. Я тебе, как другу, анекдот про гаишника и блондинку. О, мама моя. Ну все, прости. Тут, ну, я не сдержался, извини. Не сдержался? Значит, меня тебе не хочется видеть. А чего тебе хочется? Честно? Знаешь, вот сюда бы какую-нибудь блондинку и... Блондинку сюда? Че, это мысль? Взял бы я эту блондинку. О, молодец. Посадил бы ее себе на колени. Так, и? И рассказал бы ей анекдот про гаишника. Гаишник останавливает блондинку. И говорит... Мама! Права! Техпаспорт! Мама моя, мама! Аптечка! Дыхнуть в трубочку!